Благоустройство Заволжья – приоритетная задача, которую ставит перед собой администрация Чебоксар. Здесь годами копились проблемы. В поселке Сосновка состоялись публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в микрорайоне Первомайский. В будущее микрорайона заглянула и наша съемочная группа. В Доме культуры поселка собрались жители, ради которых и задумана реконструкция Первомайского. Специалисты говорят, что проект учел все потребности людей, живущих на левом берегу Волги. По поселку, предположим, Первомайск, у нас существует недостаточность водоснабжения и отсутствие канализации. Вот. В этом проекте планировки это все предусмотрено. Проект планировки территорий готовится и в том числе для того, чтобы провести работу по передаче земель из федеральной собственности в муниципальную собственность. Жители поселка смогут приватизировать свои земельные участки. В планах – подключение водо- и электрогазоснабжения, развитие транспортной инфраструктуры, строительство социально значимых объектов и многоквартирных домов. Проект – хорошее дело. Во-первых, это взгляд в будущее. Это говорит о том, что население должно расти, и для растущего населения нужны какие-то улучшения, переустройства, организация не только жилья, но и трудоустройство. Уже обсудили проекты благоустройства 5 поселков Заволжья. И в каждом из них учитывались общие тенденции, характерные именно для этой территории. Генеральный план развития района предусматривает завершение строительства к 2035 году. Заволжская территория предназначена в основном для рекреационной деятельности. Вот и генпланом предусмотрено, что к 2035 году почти в 10 раз увеличится численность населения. Эта территория тоже будет одним из мест для привлечения, во-первых, отдыхающих, во-вторых, места приложения труда. В поселке Сосновка уже начато строительство первого многоквартирного дома. Так что начало большой работы положено. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.